Ну что ж, друзья, наконец-то весна, теплая погода, а самое главное, это долгожданные майские праздники. Специально поэтому мы решили вам показать топ мест, где можно отдохнуть на выходные. Итак, первое место – гора Спящий Лев. Она представляет собой высокий утес в Тарбагатайском районе. Я думаю, много кто знает, что ее очертания очень похожи на льва. Отсюда и название. Место прекрасно подходит, чтобы просто уехать от городской суеты и насладиться прекрасными видами. Поехали дальше. Сейчас мы в самом почитаемом месте среди буддийских храмов в России – Иволгинский дацан, святыня всей Бурятии. На его территории располагаются 10 дуганов. На территории всего дацана находятся вот такие барабаны. В каждой из них заложены свитки с молитвами. В самом большом 10 тысяч мантр, в самых маленьких от 6 тысяч. Итак, следующее место – этнографический музей народов Забайкалья. Один из самых крупнейших музеев под открытым небом в России. Здесь вы можете ознакомиться с бытом бурят, саётов и эвенков. Когда женщина прекращает рожать детей к возрасту к 60 лет, женщина могла срезать свои косы. И есть такой термин, как вот бабушка Шапганца. Это вот как раз-таки она срезает свои косы. А также есть приятный бонус в виде живого уголка. И это были лишь некоторые места нашего прекрасного края.